Здравствуйте, меня зовут Нина Ной. Сегодня мы нарисуем с вами милого, симпатичного щеночка. Для этого мы рисуем сначала большой приплюснутый круг. Посередине рисуем глазки, кругленькие. Там зрачки. Между глазками носик и ротик. Нарисуем усики. И сейчас все зависит от того, что мы хотим нарисовать дальше. Какой мы нарисуем формы уши, такое у нас животное и получится. Мы рисуем длинные висячие ушки. У нас получилась собачка. Щенок. Для того, чтобы наш щенок получился миленький, то, что называют в интернете сейчас словом няшный, для этого рисуем большую голову и маленькое туловище. Рисовали лапки, передние и задние. Вот таким образом, получается, наш щенок сидит и посылает всем приветы, желает всем хорошего настроения. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Увидимся!